Сейчас, когда начнется. Здравствуйте! Мы команда из 4 школ учеников школы НИШ АБИ, Кызылтая Бадия, Бесимбаева Сабина, Маджанова Тамира и Ермагомедов Диас. В рамках проекта Туган Ерге Тагзым мы создали сайт-журнал о космосе на 3 языках. Здесь вы найдете бесплатный и интересный контент в разных форматах. Тут есть и статьи, и видео, опросники с мемами, тесты, комиксы, рисунки и многое другое. Наша цель – заинтересовать людей в изучении космоса, науки, а также мотивировать их развитию всех данных отраслей в Казахстане. Мы стремились сделать данную информацию доступной, интересной, а также максимально полезной. В рамках нашего проекта мы создали около 10 статей, посвященных космосу. В основном они были сконцентрированы по Национальному космическому центру. Здесь вы можете видеть краткое содержание каждой статьи. В целом, хотелось бы сказать то, что мы постарались сделать статьи специально для наших читателей, и в основном здесь присутствуют разные интерактивы и полезная информация о космосе. В качестве примера мы можем продемонстрировать вам самую первую статью про УГО и с чем его едят. В данной статье вы можете видеть очень много полезной информации про сам Национальный космический центр. Также здесь можно видеть различные фотографии спутников и также место самого УГО и другая полезная информация. Вы, наверное, уже заметили наш дизайн. Хотелось бы отметить, что идея данного дизайна была... Была создана Сабиной Бесимбаевой. Да, была за создана что ей мной. Огромное спасибо. Да. И, как вы видите, у нас здесь статьи не только о Казахстане и космосе, но также и совмещая приятное с полезным. То есть мы вам подготовили подборку лучших книг и фильмов про космос. Здесь вы можете увидеть обалденные красивые картинки и описание фильмов от нашей редакции и книг. Теперь перейдем к нашей особенности. Это содержание APA стайла и квизов. Квиз был создан мной, Ермагомбетом Диасом. Эти квизы про Национальный космический центр и не только. Еще есть, например, вопросы про космос и так далее. Также ранее мы упоминали о переводе на 3 языках. То есть, нажав на данные кнопки, вы можете перейти на любой удобный для вас язык интерфейса. Вот, к примеру, казахский, ну и английский. Также немаловажно отметить, что у нас есть библиография. То есть вся информация на данном сайте, она исключительно в авторских правах, и мы уважаем авторство и труды чужих людей. Здесь вы видели комикс, мы используем все пути до достижения информации. Вот, можете его почитать, он также доступен на разных языках. Также на данном сайте вы можете найти наши контакты. Там есть наши социальные сети, которые мы создали исключительно для этого проекта, где люди могут с нами связаться по почте, в Инстаграме и в других соцсетях. И напоследок хотелось бы привести цитату Николая Константиновича Рериха. «Если ты любишь смотреть на звездное небо, если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце. Значит, оно может отозвучать на сокровенные слова о жизни космоса». Если вам интересен наш сайт более подробно, то просим вас ознакомиться с ним лично. Поверьте, это будет невероятное времяпрепровождение, и вам будет очень интересно. Мы сделали все, чтобы было максимально полезно и приятно читать сайт. Спасибо за ваше внимание. Бесконечность не предел.
запись. Боже мой, простите, я затупила.